Друзья, рада вас приветствовать. Спешим вас обрадовать очередной новой поставкой растений, сезонных растений. Много очень интересных новиночек у нас пришло в этой поставке. Покажем самые интересные, самые популярные новиночки, то, чего вы долго очень ждали. В этой поставке мы обозреваем нашего российского поставщика. Растения у нас все адаптированы, акклиматизированы, прекрасно приживаемость у них высокая и прекрасно подойдут как для комнатного выращивания, так и для уличного выращивания в открытом грунте, потому что у нас уже начинается потихоньку дачный сезон, тепло на улице потихоньку устанавливается, можно растения какие-то уже начинать на балконе, например, выращивать или на террасе закрытой и в дальнейшем высадить уже в открытый грунт даже. То есть у нас категории будут растений как рассада, посадочный материал, так и категория комнатных и одновременно выращиваемся в открытом грунте. Оставайтесь обязательно с нами, будет много полезной информации. Пройдемся по каждому растению, по каждому виду растения и коротко вам расскажем по ценам, по условиям ухода. Обязательно досмотрите нас до конца. Сейчас у меня в руках вот такая красотка. Это у нас фуксия. Популярнейшее растение, которое все давно ждали, когда же у нас появится в продаже. Растение сезонное. Как только начинается дачный сезон, в первых же поставках нам привозят фуксию шикарную вот такую. Здесь у нас ампельный тип. Прямо стоячий ствол, который постепенно поникает и образуется вот такой пышный каскад. То есть такой фонтанообразный рост у нее. Прекрасно она размножается черенкованием, прекрасно может выращиваться в комнатных условиях, можно ее куда-нибудь на балконе размещать, либо на террасе и даже в открытом грунте, защищенном только от дождя, например, и от сильного ветра, потому что она хрупкая, она может немножко от дождя страдать, поэтому под навесом каким-то можно ее размещать. Стоимость вот такого огромного кашпо 1199 рублей. Здесь прям пышный-пышный куст. Высота у него где-то 60 сантиметров. Она на бутонах. Уже готова раскрыться. Практически готовый вариант. Целая клумба для украшения уголочка на веранде, на террасе и балконе. Всеми также любимое растение. Это георгина или далия. Или всеми известное название георгин в простонародье. А здесь у нас однолетние георгины, которые выращены из семян, махровые, очень разные окраски. Они прекрасно подходят для выращивания в клумбах под открытым небом, хорошо очень растут, пышно разрастаются, до 30-40 сантиметров они вырастают. Здесь не крупные варианты, максимум 50 сантиметров достигает. Цветут практически все лето до первых заморозков. Георгины — это у нас обильно цветущее растение, но первым заморозком оно уже начинает увядать. Если вы хотите выращивать это как многолетнее растение, можно попробовать выкопать клубни, которые образуются за лето из почвы, и сохранить их в подвале, в прохладном помещении, в сухом. И тогда, как многолетнее растение, можно его воспроизводить каждый год. По условиям ухода очень неприхотливая, спокойно растет прекрасно, засухоустойчивая и обильно цветущая. Единственное, что нужно обрезать всегда отцветшие цветки, тогда будет цветение более обильное и продолжительное. Стоимость горшочка в таком варианте 299 рублей. Цвета разные, опять же повторюсь. А еще оно не менее популярное любимое растение, это у нас гвоздика или диантус. Она у нас также сейчас на цвету, цвета здесь разные представлены. Двулетнее растение, которое прекрасно растет в открытом грунте. Можно выращивать ее на балконе, если у вас нет, например, дачи или садового участка. Прекрасно будет расти в катках, контейнерах, на свежем воздухе. Либо на террасе где-нибудь, на лоджии и так далее. Если будет доступ свежего воздуха, она отблагодарит своим обильным цветением, будет активнее разрастаться, и при наличии большого количества света цветение будет намного ярче, длительнее и пышнее. Единственное, чего боится, это перелива, потому что растение это у нас более таких южных, песчаных
регионов, то есть ей нужен легкий песчаный грунт и более такое сухое содержание. Не переливайте ее, и тогда она будет прекрасно расти и себя чувствовать. Стоимость одного горшочка 216 рублей. Прекрасная бегония. Бегония листовая Рекс, несмотря на название, как видите, она замечательно цветет, выпускает большое количество цветков. Цветки мелкие. Ну, как бы и отсюда и ценится за красоту листьев, а не за цветение. Но вот облачко вот этих мелких цветков тоже дает свое такое очарование вот этой бегонии. Она у нас сейчас на акции 349 рублей. Куст довольно крупный. Здесь 15 сантиметров диаметр горшок. Она такая пышная, очень высокая. Краска такая светлая, нежная. И бегония очень хрупкое растение, поэтому ее нужно аккуратно транспортировать и сильно не переставлять с места на место, если она в домашних условиях у вас растет. Пересаживать тоже нужно очень аккуратно. Она может расти как в комнатных условиях, так и в условиях открытого грунта с защитой от дождя, например. Тоже неприхотливое многолетнее растение. Можно ее прекрасно делить черенкованием, либо разделять на несколько частей, и тогда у вас получится несколько растений из одного вот такого куста получится. Можно даже какую-то композицию небольшую создать. Очень красивый вариант. Такой сочный, свежий, весенний окрас. Так, переходим к рассаде. Посадочный материал или рассада однолетних растений. Также у нас сейчас уже представлено в наличии. Начинаем ассортимент увеличивать. Интереснейшее растение – это мимулюс, однолетнее растение, которое очень интересно цветет. Даже вот сейчас вот этот, наверное, цветочек покажем. У него образуется трубковидный цветок вот с такой губой. Прекрасно смотрится в клумбах, в каких-то катках красиво. Растение невысокое, вырастает где-то до 30 сантиметров. Оно нежное, оно такое хрупкое и боится избытка влаги, запасает внутри влагу. И избыточный полив тоже не очень хорошо действует. Если будет такое полусухое содержание, то прекрасно будет разрастаться. Цветет практически все лето до первых заморозков. Очень такой воздушный создает ковер из цветков и обильное цветение. Прищипка ему не требуется, потому что ограниченный у него рост. Сильно он не разрастается, но дает довольно-таки большое количество зелени, вот этой яркой, сочной, зеленой, и цветов много. Стоимость кассеты 299 рублей. А здесь у нас в кассете 10 штук, и цена указана за кассету. То есть вы полностью берете вот эту кассету и за 10 штучек, за 10 растений 299 рублей. А бархатцы или тагетесы также у нас сейчас появились в продаже, начинают. Прекрасно тоже они подходят для уличного выращивания, для открытого грунта. Можно карликовые сорта выращивать на балконе, например, как бордюрное растение прекрасно подходит для обрамления каких-то клумб, рабаток. Очень хорошо растет, неприхотливейшее, засухоустойчивое растение. Не вырастает до огромных размеров, вот именно эти сорта отклоненные. Пышно цветут, плюс они еще выделяют различные вещества эфирные, которые отпугивают каких-то вредных насекомых. Очень хорошо садить их, например, возле каких-то овощных культур. Тоже плюс. И стоимость одной кассеты 249 рублей. Здесь в кассете 6 штук. То есть у вас 6 растений будет уже готово к посадке. Следующее растение. Очень эффектное, очень популярное. Агератум. Это однолетнее растение. Кустовидного или даже почвопокровного, я бы сказала, типа, который не разрастается слишком высоко, но обильно наращивает свою массу вширь. Отлично подходит для создания искусственных водоемов, например, если вы хотите как элемент какого-то дизайна сделать водоем, у вас по задумке какой-то есть вот этот нежный голубой цвет, и если вы как рекой посадите его, то будет красиво очень вписываться в дизайн и обрамлять как раз таки вот задуманные вами идеи вот эту воплощать в жизнь. Очень красивое цветение у него, яркая листва, неприхотливое растение в саду, засухоустойчивое, быстро наращивает, цветет практически все лето.
То есть уже даже вот цветущее можно посадить, и уже готовый вариант, и будет продолжать оно цвести. Если еще обрезать вот эти сухие побеги, вот эти вот цветоносы, то продолжительность цветения можно увеличить. Прекрасно смотрится. Вообще с любыми растениями сочетается. Можно на нижний план где-нибудь в саду размещать. Для балкона также подходит идеально. Даже можно сольно посадить в какой-нибудь горшок. И вот это яркое фиолетовое пятно будет смотреться очень эффектно. Стоимость агератума 249 рублей. В кассете 6 штук. А еще одно растение хит озеленения, которое любят абсолютно все ландшафтные дизайнеры и дачники. Растение, которое прекрасно растет в открытом грунте, все лето цветет и радует своим цветением. Это виола или еще анютины глазки, как называют ее в простонародье. Здесь у нас два вида представлено. Виола рогатая, вот такая мелкоцветковая, обильно цветущая. Очень яркая, красивая, в горшочках по 3 штучки, 159 рублей за горшочек. И в кассетах крупноцветковая виола, которой большой цветок, и впоследствии также она выдает большие цветы. Здесь разного окраса, сами цветки, можно посмотреть, желтые, голубые и красные. Очень хорошо растет, подходит для коммерческого озеленения, для городского. Часто можно увидеть ее в клумбах. И также хорошо она выращивается на балконе. При обилии солнечного света, при хорошем освещении, она не вырастает длинная, она остается такая более коренастенькая и наращивает зелень активно и цветет, естественно. Все отцветшие цветки мы убираем, чтобы они не давали каких-то негативных последствий, и чтобы давали, наоборот, дорогу новым молодым цветкам. Поэтому очень приятно выращивать ее и наслаждаться вот таким цветением, так как она цветет у нас еще практически все лето, яркая. Если взять, например, несколько видов ее, несколько цветов, и сделать целую клумбу, настроение отлично обеспечено. В кассете 6 штук. Стоимостью 259 рублей. А еще одно растение, которое также активно используется для озеленения открытого грунта в саду, на даче, например. Это целозия перистая. Растение необычное. Еще на начальных этапах она уже имеет необычный такой вид в виде вот такого вот факела. Ее по-другому еще называют огненная травка или вот что-то связанное с огнем, как будто вот такой факел горящий. Цвета здесь тоже разные, представлены в одной кассете, 10 штук. Стоимость ее 299 рублей. Разрастается она довольно быстро, при хорошем освещении особенно. И вот это вот соцветие, вот такое метелковидное, оно также увеличивается в размерах и в клумбе похоже на горящие свечи, как будто стоят. Очень эффектно смотрится, яркое, насыщенное. И активно также можно его использовать для балконного озеленения. Какие-то крупные такие сосуды, горшки, например, кашпо или контейнера небольшие высаживать. Несколько штук, и будет у вас прям такая клумба из ярко цветущих, красивых целозий. Присмотритесь обязательно к этому растению. А плюс она еще хороший сухоцвет. На зиму тоже может засушить вот эти яркие метелки, и будет у вас зимний букет. Итак, всеми любимая рубрика «Пряные фиромасличные травы». Практически все выращивают, наверное, на подоконниках в домашних условиях и у себя на дачах пряные травы. Используются они в пищу и по каким-то определенным целям применяются. Здесь у нас ассортимент различных пряных трав. Можно целый пряный огородик создать, целую грядочку для именно выделить на месте для этих трав. Начиная с розмарина, популярнейшее растение, которое прекрасно растет в комнатных условиях на подоконнике. Единственное, что его нельзя
чтобы он переохлаждался, нельзя перепады температур, чтобы были резкие, и чтобы сквозняки были. Обилие солнечного света должно быть обязательно, и легкий, рыхлый песчаный грунт. Это основные основополагающие, которые, от которых будет зависеть здоровье розмарина. 289 рублей у нас розмарин, стоимость его. Тимьян. Тимьян у нас ползучий, прекрасно разрастается. Можно как в цветниках использовать, можно в горшочке выращивать. 259 рублей. Очень пряное растение. Есть немножко вот другой сорт, здесь крупноцветковый, больше, здесь уже больше как, тоже прям ползучий, но уже побеги более такие крупные, прямо стоячие. Также 259 рублей он стоит. Шалфей. Помимо того, что это растение полезно-лекарственное, плюс еще он красиво цветет нежно-фиолетовыми цветками. Полупесчаный ему грунт нужен, прекрасно разрастается в саду. Можно на балконе выращивать, в катке, например. Стоимость 259 рублей. А еще одна пряная травка, это у нас орегано. Кулинарии повсеместно используется. Вот здесь вот простой зеленый лист, очень ароматный, такой свежий, сочный. Также 259 рублей. И у нас здесь разные виды мяты. Здесь вот мята ментоловая, такая интересная. И холодок еще по-другому называется. У нее такой неопушенный лист, гладенький. И вот даже сейчас потрогать мятными конфетками, аромат стоит. Очень такой сильный, насыщенный. Ее можно побрезать, она прекрасно наращивает заново побеги, прекрасно разрастается. Пересадить горшочек чуть-чуть побольше, где-нибудь на светлом подоконнике, на балкончике. Или даже в саду. Постоянно подрезать, стимулируется у нас активное ветвление, и она будет нарастать, нарастать и нарастать. В саду может даже выращиваться как многолетнее растение, обязательно при условии укрытие хорошего, либо место выбирайте без близкого залегания грунтовых вод и чтобы не было застоя воды весной. Вот еще один вид мяты. Здесь она немножко по-другому отличается. Здесь она лимонная, аромат совсем другой уже, более такой лимонный, приятный, кисловатый. Тоже уже активно нарастила такую вот побеги. Ее можно срезать, использовать в пищу, и она заново также нарастит большое количество побегов. Вот у нее побеги, вот так вот она размножается, можно его отделить, укоренить, ползучие побеги длинные, и довольно хорошую площадь она займет вот таким способом размножения. Стоимость мяты 219 рублей. Так, мелисса, еще одно растение, которое прекрасно выращивается в условиях комнатных, на балкончике, например, в горшочке можно выращивать. Также обрезается, так же, как и мята. Только мелисса, она обладает более усиленным ростом, у нее пошире лист, немножко она более активно наращивает побеги. Но также используют ее в кулинарных каких-то целях и так далее. Стоимостью 219 рублей. Бегония. Бегония также активно используется у нас для озеленения открытых участков, на веранде, на балкончике и так далее. А в руках у меня ампельная бегония, которая имеет такие ниспадающие побеги и обильное цветение. Цветки расположены на длинных цветоносах, которые образуют такой вот как будто каскад из цветков. Здесь у нас разные цвета представлены. Очень эффектно она смотрится, цветки яркие, обычно у ампельных бегоний, они всегда насыщенного цвета. Сейчас она пока еще не совсем доросла до того момента, но вот когда она взросла, более взрослом состоянии, уже через месяц, она уже будет более крупный вариант, и уже именно покажется вот эта вот ампельность ее проявится активнее. Здесь на бутончиках много новых побегов. Стоимость ее 299 рублей.
Красиво очень сочетаются несколько разных цветов в одной катке, например, в широкой. Ей нужно пространство побольше, то есть выбирайте горшок, чтобы ей 4-5 сантиметров было для роста, для следующего. Если вы хотите несколько растений посадить, можно прям взять крупный, неглубокий, широкий горшок, как плошку, и высадить туда несколько растений, будет очень эффектно смотреться. Если хотите ее сохранить на зиму, заносите в комнатных условиях. Она прекрасно перезимует, можно ее подрезать, прищипнуть и на следующий год весной пересадить в свежий грунт. В самом начале нашего видеообзора мы показывали огромную фуксию в подвесном кашпо. Здесь вот мини-версия. Если вы не готовы приобрести сразу крупное растение, готовы доращивать ее до такого состояния. Фуксия ампельного типа также. Сейчас у нас как раз на акции 349 рублей. У нее горшок диаметр 12 сантиметров. Вот такой кустик на бутончиках. Она готовится цвести активно, побеги также наращивают, и постепенно они станут тоже такого каскадного типа, полуампельного, и будет сниспадающее. Очень эффектное растение, неприхотливое. Также прекрасно разжижается черенками, как я уже говорила, и для комнатного подходит выращивание, и для каких-то закрытых навесов, террас и так далее. Эффектнейшее декоративно-лиственное растение, колиус, еще по-другому называют его крапивка. Славится своим необычайным окрасом листьев, невообразимым вообще, в природе, наверное, существует множество сортов. У нас также представлены они в разных окрасках, в ассортименте. Колиус имеет такой широкий лист, активно разрастается, прекрасно подходит для выращивания в открытом грунте, клумбы можно создавать. Он хорошо переносит какие-то условия непогоды, несмотря на свою хрупкость, хорошо выдерживает дожди и так далее. Даже в каких-нибудь клумбах, как в композициях вместе, он прекрасно будет себя чувствовать. Можно на зиму занести его в помещение и выращивать как комнатное растение. Если вы хотите сохранить сорт, например, или вам в дальнейшем планируете его дальше размножать, черенкованием также прекрасно размножается. И весной также можно его расчеренковать, посадить и размножить. Окраски очень яркие, эффектные. Здесь представлены у нас двухцветные, вот такие вот сочные зеленые широколистные, есть такие лимонные с прожилками, есть вот такого как варигатного плана. Очень смотрятся они вместе эффектно, так весело, по-весеннему. Раскрасить какую-то унылую клумбу можно, используя только колиусы. Он у нас на акции по стоимости 350 рублей, но можете посмотреть, какие пышные кустики можно высадить вместе. А комнатное растение, это у нас новиночка, сейчас покажу. Пеперомия орби пикси, варигатного типа, вот такая. У нее красные прожилочки, растение суккулентного типа, не любит излишнего полива, поэтому ее нужно оберегать от застоя влаги. Поливать умеренно, не часто, и при обилии хорошего освещения она будет активно нарастать, будет ярче, варигатность будет проявляться ярче и разрастаться по горшку она будет быстрее. Тоже очень интересное растение, присмотритесь обязательно, стоимостью 399 рублей. Друзья, у нас сейчас в наличии есть целых 3 вида хлорофитума. Мы знаем, что вы постоянно спрашиваете про эти растения. Так вот, можете сейчас посмотреть, какие они красавцы. В руках у меня очень эффектный хлорофитум хохлатый Бонни. Крупная вариация, варигатный хлорофитум. У него закрученные листья. Очень сочный, очень такой крупный, мощный. Уже чувствуется, что корневая система у него уже просится наружу и хочет пересадки в другой горшок более крупный. Поэтому, если вы захотите приобрести хлорофитум, приобретайте сразу горшок и грунт. Универсальный грунт, и можно смело пересаживать, потому что корневая разрастается у него активно, у него такая плотная, массивная и крупная корневая система корневищного типа, которая довольно быстро разрастается. 369 рублей за Бонни, один горшочек, 12 сантиметров диаметр. Так, еще один вид, такой вот фонтан
хлорофитум хохлатый, варигатная форма, 369 рублей. Очень крупное эффектное растение. Хлорофитум – это номер один растение для озеленения с целью улучшения микрофлоры, микроклимата помещения, потому что это номер один растение, которое выделяет полезные вещества в атмосферу и поглощает различные вредные из воздуха. В каждом доме обязательно должен быть хлорофитум, потому что это растение универсального назначения. Он подходит для любых помещений, для любых типов помещений, как для спальни, для детской, например, для кухни и так далее. Неприхотливое растение, прекрасно растет. Эффектно смотрится, сейчас трендовые растения, особенно варигатного типа. Абсолютно толерантен к недостатку света, то есть может выносить полутень. И если вы забудете иногда его полить, за счет того, что он накапливает влагу в корневой системе, и у него сочные листья, он простит вам эту огрешность. Еще один не менее эффектный и редкий сорт хлорофитума – это хлорофитум оранж. У него особенностью являются вот такие яркие черенки, черешки листьев ярко-оранжевого цвета. При хорошем освещении, при насыщенности света, при ярком рассеянном свете, не прямое солнце, а яркий рассеянный, сейчас я про него говорю, а цвет вот этих черешков, он еще больше становится ярче, интенсивнее. Лист такой ланцетный, зеленый, и у него бахромчатая кайма. Также растение неприхотливое, не заливайте его, главное, при хорошем освещении, при умеренном поливе. Также будет радовать своим обильным листообразованием и ярким цветом. Стоимость хлорофитума оранж 450 рублей. Он у нас идет по акции как раз-таки. Еще одно растение, трендовое для комнатного озеленения. Это у нас нефролепис. Или папоротник. Нефролепис Монтана у меня в руках сейчас. У нас тут два сорта представлено. Монтана и Бостон Блюбелл. Вот они немножко отличаются внешним видом. Блюбелл более такой яркий, насыщенный, сочный. Чуть-чуть сизоватым оттенком. Монтана более темный лист имеет. Стоимость Монтаны 499 рублей. Бостон Блюбелл также 499 рублей. У них такая вот пышная розетка из листьев, вай такие сочные, много новых побегов они дают, наращивают активно. Хлорофитум, извиняюсь, папоротник нефролепис, он прекрасно подходит для помещений с высокой влажностью воздуха. Чтобы листья были или вай более насыщенного цвета, желательно хорошее освещение, несмотря на то, что его постоянно советуют в темные помещения, но, опять же, обилие вот этих листьев и их насыщенная окраска зависит от освещения. Если хотите где-то расположить его вдали от окна, то лучше использовать какую-то подсветочку дополнительную, и тогда он будет более интенсивно разрастаться и ярко окрашен будет. Опрыскивать желательно каждый день, тогда он будет более такого сочного окраса также. Шикарным дополнением к комнатному пространству, к украшению комнаты может служить вот такие уже крупные растения, которые посажены в подвесные кашпо, такого ампельного типа. Мы тоже часто слышим от вас вопросы по поводу растений, которые плетутся или сниспадают, то есть ампельного плана, которыми можно закрыть какой-то уголок неприглядный или разместить их на опоре. Сейчас несколько вариантов растений вам покажем, которые у нас есть в наличии. Растение пилея прижатая, 899 рублей за вот такой вот крупный куст. Она активно наращивает листья, у нее длинные сниспадающие побеги, она еще будет увеличиваться, то есть у нее примерно длина будет до 80 сантиметров вот этих плетей достигать. Ее можно прекрасно прищипывать, она хорошо укореняется заново вот этими пазухами. Можно рассаживать ее, например, в горшки, увеличивать ее площадь. Растение лучше располагать на хорошо освещенном месте, потому что тогда будет более активнее нарастать новая зеленая масса и будет ярче само по себе вот это вот побеги. Интереснейшее растение, которое
подходит для уличного выращивания, для сада, например, на балконе, также для свежего воздуха. Можно ее также в домашних условиях прекрасно выращивать. Это будра плющевидная, плющелистная еще по-другому. Здесь варигатная форма. Она очень яркий эфиромасличный представитель, то есть у нее очень такой насыщенный лимонный аромат. Плюс еще варигатность, вот это прослеживается, эффектно смотрится, и в озеленении будет как ярким прям акцентом дополняющим. 1119 рублей, горшок крупный, 23 сантиметра диаметр само кашпо. Можно прям выращивать вот в таком подвесе, не обязательно даже пересаживать из него, если вы не хотите. Можно пересадить в какую-то катку повыше без подвеса, и будет у вас ниспадающая такая вот лавина, на, как клумба будет, воздушная как будто. Растение очень интересное, присмотритесь также. А еще одно эффектнейшее растение, это пеперомия. Пеперомия лазище, вот такая она. Крупная, мощная, варигатная. 1499 рублей. Здесь горшок весь в зелени. Такой ярко насыщенный, сочный. Растение суккулентного типа. Не допускайте перелива ее. Опрыскивать не обязательно. Она прекрасно выдерживает сухость воздуха. И можно выращивать ее даже на закрытых каких-то верандах, например, или лоджии и так далее. Для открытого грунта она не особо подходит. А вот если у вас где-нибудь свежий воздух и закрытая территория, то пожалуйста. Пилея монетолистная. Очень эффектное растение ампельного типа. Чем-то похоже на мяту. Можно со стороны показаться. Растение сформировано вот такой плотной шапочкой. Можно постоянно прищипывая добиться вот такого эффекта. Прекрасно она размножается побегами вот такими своими плетями. Укореняется легко, и посадить несколько штучек в горшок, она активно пойдет в рост, и уже будете формировать, например, свою форму вот этого растения. Стоимостью 1499 рублей. Крупная, эффектная, интересная очень. Далее. Новиночка, можно сказать, да, в таком виде. Колизия впервые у нас представлена в продаже. Растение родственница традисканции, очень сочные, имеет листики плотные, такие насыщенные, упругие. Смотрится очень мило, очень симпатично в таком подвесном виде. Она еще будет немного увеличиваться в размерах, побеги сами по себе будут чуть увеличиваться в длину. Можно пустить ее в свободный рост, тогда она просто у вас заплетет вот так полностью горшок. А можно ее постоянно стричь, она также легко укореняется. Если поставить, например, побег в воду, неприхотливая, ее не стоит заливать сильно, такое растение как полусуккулентного типа, не любит слишком застоя влаги, поэтому умеренный полив, хорошее освещение и будет насыщенный яркий цвет. У нее к тому же еще нижняя сторона листика, она фиолетовая, как у всех традисканций, очень красиво смотрится. И бывает, что в зависимости от положение солнца, она может листочки поворачивать. Тогда у вас, получается, будет нижняя часть листа очень эффектно так выгибаться, и смотрится это необычно, так скажем. Стоимость колизии 899 рублей. Эффектный кустик. Еще одно эффектное растение – это пеперомия магнолия листная. Тоже она сформирована у нас в подвесном кашпо, как ампельное растение. Здесь много побегов высажено в один горшок. Также при помощи прищипки специально добивается вот такого эффекта. Крупное растение. Как и все пеперомии, также повторюсь, что ничего не следует заливать. Более такое сухое содержание. И тогда она будет активно наращивать новые побеги. На этом мы завершаем наш видеообзор. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что до конца апреля у нас действует акция «Промокод Дача». Если вы скажете данный промокод на кассе, то можете приобрести любой товар по оптовым ценам, даже если у вас нет карты оптового покупателя. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью, приезжайте к нам в гости, приобретайте для себя любимые новиночки, может быть, или что-то вы давно очень хотели.
Ждем вас по адресу город Новосибирск, Северный проезд 9. И желаем вам всего самого доброго. Приходите к нам на выходные и проводите время с пользой.